В біопарку сталася пожежа, загорілася кровля у господарській будівлі, далеко від тварин та людей. Про це репортеру повідомив співвласник біопарку Олексій Кісловський. Займання локалізували за 15 хвилин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дальняя часть биопарка, там у нас идут строительные работы, там загорелась кровля при монтаже. Ну, пожар локализован, там все потушено достаточно быстро, в течение там, 15 минут. Животных в той части биопарка не было, посетителей тоже. Поэтому единственное, там только был темный дым, потому что там битум, кровля такое, оно поэтому дало такой эффект. А на самом деле, то есть там площадь сгорания была небольшая, ее очень быстренько потушили, локализовали, ущерба практически нету. Никто не пострадал.